писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк – представитель классической русской литературной школы. За свою писательскую карьеру написал немало удивительных произведений. Он родился в 1852 году в горнозаводском поселке Весим близ Нижнего Тагила и лучшие свои произведения посвятил родному Уралу. Был его певцом и летописцем. Приведем несколько отрывков из его произведений. «Путевые заметки по Зауралью» – это 70 страниц ярких впечатлений от путешествия. Вообще Урал считается золотым дном, но Зауралье – это само золото. Представьте себе такую картину. С одной стороны проходит могучий горный кряж со своими неистощимыми рудными богатствами, лесами и целой сетью бойких горных речек. Сейчас за ним открывается богатейшая черноземная полоса, усеянная сотнями красивейших и кишащих рыбой озер. А дальше уже стелится волнистой линией настоящая степь с ее ковылем, солончаками и киргизскими стойбищами. А в очерке Юмме так подчеркивается красота башкирского Зауралья. После обеденного солнца глядело во все глаза, как оно глядит в благословенной Башкирии. Небольшая степная речка, прятавшаяся в осоке, отделяла ее от громадного покоса, какие встречаются только в цветущей Башкирии. Насколько хватал глаз, расстилался этот луг, теперь покрытый правильными рядами скошенной травы. Издали он походил на развернутый кусок зеленой шелковой материи, переливавшийся и лоснившийся на солнце прихотливыми зигзагами. Можно себе представить, какой это роскошный луг.